Сегодня в Ростовской области отмечают Всемирный день донора. В честь праздника в областной станции переливания поощрили всех, кто пришел сдать кровь. Сейчас звание почетного донора есть почти у 11 тысяч жителей региона. По данным областных властей, каждый год их количество увеличивается. Добавлю, стать донором может человек, достигший 18-летнего возраста без медицинских противопоказаний.